Май для Самарской службы безопасности – месяц особый. 23 числа этого месяца в 1918 году был подписан указ о создании губернской чрезвычайной комиссии. И сразу была проведена первая крупная операция Самарской спецслужбы, которая вошла в историю. Обнаружили подпольный склад с оружием в алтаре церкви Иверского женского монастыря. Главным действующим лицом операции стала молодая сотрудница ВЧК Екатерина Бочкарева, направленная в церковь под видом монашки. Девушка выявила подозрительных лиц, которые были задержаны. Схрон нашли вовремя. Еще немного, и оружие было бы отправлено в другое место. Расследование этого дела легло в основу романа Эдуарда Кондратова и Владимира Сокольникова «Тревожные ночи в Самаре» и одноименного фильма, а также было запечатлено на картине. Здесь не просто какие-то вот отвлеченные люди, а это конкретные сотрудники местного ЧК. Это вот Петр Алексин, Екатерина Бочкарева и Александр Филиппович Силин, начальник транспорта ЧК. Они проводили это мероприятие. И хотя официально региональная служба безопасности свою историю ведет с 1918 года, первую успешную наружную слежку отдел тайной полиции в Самаре провел еще до Первой мировой войны. Сотрудники шпионили за австрийскими разведчиками, которые прибыли в город под видом военных атташе. Была установлена слежка, по результатам которой была составлена сводка, которая имеется вот здесь, на этом стенде. Вот расписано, что они делали, куда ходили и чем занимались. Трудятся сотрудники Самарской службы безопасности не только на благо области. Известны случаи, когда волжские оперативники обеспечивали и безопасность страны. А самое громкое дело внешней контрразведки связано с членами Кембриджской пятерки. Двух британских подданных, которые шпионили для Советского Союза и были рассекречены, смогли успешно укрывать в Куйбышеве. Никто не додумался бы его искать в таком городишке. Искали, естественно, в Москве, Петербурге, может, даже в Ростове, вот таких вот крупных городах. А здесь нет. Ну и после войны тут Куйбышев уже перешел на военные рельсы и в скором времени стал закрытым городом. Все эти славные страницы истории самарской контрразведки отражены в документах, которые хранятся в музейной комнате, а также в книге с одноименным названием. Написал ее Николай Клиентов, воплотив идею Сергея Хумарьяна, еще одного легендарного ветерана Самарского управления ФСБ. Сам Николай начал служить в органах безопасности еще в 70-х. За это время принял участие в нескольких громких спецоперациях. Операция «Взрывники» – это когда подорвали бюст Устинова на Самарской площади. Ну, преступники, которые совершали это в результате вот действий подразделений контрразведки, ну и наш отдел входил как раз в эту сферу, ну, полностью нашли преступников, которые получили свои сроки. А 103-й год Самарское управление ФСБ начинает с новой страницы в своей истории. Теперь привычные задачи по борьбе с терроризмом и преступностью, искоренению коррупции и охране государственных границ сотрудники будут выполнять под руководством Андрея Акулинина. Генерал-майор, чей опыт службы в органах безопасности более 30 лет, уже приступил к своим обязанностям, чтобы внести свой вклад в обеспечение государственной безопасности Российской Федерации на Самарской земле. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.